Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу показать вам вот такие вот камни и немножко поразмышлять, являются ли они такими на вид обычными. Вот эти вот два камушка мы нашли у себя в огороде, когда копали канализацию на глубине примерно около 4 метров. И при тщательном рассмотрении, помыв от земли, они уже находились в глине. И отмыв от глины, я собираю камушки подобные, выкладываю ими в огороде. Очень интересно получается. Всякие композиции. Ну вот, удалось у себя в огороде выкопать камушек, который, посмотрите, очень достаточно интересный. По форме, как будто это ровно половинка яичка. И при более близком и детальном рассмотрении кажется, что даже вот здесь был когда-то, может быть, желток. Или что-то непонятно. Но факт остается фактом, что что-то когда-то окаменело. И даже мы выдвигали такие версии, предполагая, что, возможно, это и есть какая-нибудь археонаходка и была завезена с грунтом. Но как бы эта версия отпала, потому что уж очень глубоко эта находка залегала. Абсолютно гладкая. Плотная. Напоминает гранит. Достаточно такая твердая окаменелость. Искали вторую половинку, конечно, но не нашли. Еще один камушек. Вот трогаешь его, и напоминает такой известняковый пористый камень с вкраплениями каких-то такого перламутра, знаете, как от ракушки. И это окрасилось уже, лежало размером. Он вот такой, с ладошку, тоже укладывается в руку. Но стало понятно, что это тоже не совсем простой камушек, когда я вымыла землю вот из этого углубления. Посмотрите, там явные такие ребрышки, и они идут спиралькой, камерой. Я, конечно, туда залезть не могу, но глазом можно рассмотреть, что это вот углубление заворачивается в форме спиральки. И даже вот здесь видно, форма как будто был такой своеобразный хребетик. То есть самый завиточек маленький вот этой вот. Последний виточек, самый маленький. И я сделала выводы, что это очень даже похоже на раковину Наутилуса. Очень интересно.
И третий камушек мы нашли в лесу, в ручье. Был небольшой такой ручеек, который можно было перешагнуть под оврагом. И там вот так лежал вот этот камушек. Зеленый вот этой позеленевшей частью он был на поверхности воды, а вот темной частью он ровно лежал вот так в воде. Но вот эта вот чернота, такое чувство, как будто он горел. И это тоже ровно такая, такой шар ровный укладывается в руку. И здесь такая вот ровная, ровный перешейк. Очень интересно. Я теперь ставлю этот камень на, стоит так называемой моей альпийской горке, на большом камне. Вот так. Я называю голова инопланетянина. Но видно, что он от чего-то откололся. Также искали в этом ручье этот остаток, от чего он мог бы отколоться так ровно. Но ничего не нашли. Вот такие интересные камни. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Мне будет очень интересно почитать какие-то предположения. Благодарю за просмотр. До новых встреч!